Мороз красный нос, друзья мои. Всем привет, меня зовут Дмитрий, на канале «Вместе к успеху мечты». И сегодня у нас среда, сегодня у нас потрясная погода. Где-то минус на ветру, минус 8-9 градусов. Так, если не ветреная погода, это минус 5, минус 6, друзья мои. Супер потрясно. Меня просто колбасит сегодня, одел максимально утеплить, чтобы, как говорится, чтобы мозги хорошо соображали, да, чтобы не приморозило. А на самом деле оно приморозило, друзья мои, пока я добежал до этого места, меня уже приморозило. Поэтому сейчас быстренько позанимаемся зарядочкой, согреемся, как говорится, да, согреемся. Кстати, вот я смотрю, смотрите, ребята, это белая трава, друзья мои, белая, но она такая не совсем белая на видео, но тут она белее, гораздо белее белого, друзья мои, белая трава, супер, супер, и белые листья с белой травой, друзья мои, это просто потрясно, поэтому не переключайтесь, сегодня у нас будет суперская тема. Мы сегодня, друзья мои, мы сегодня будем говорить о максимальном комфорте, как раз вовремя, максимальный комфорт, и об этом мы сегодня поговорим буквально через 30 секунд, я сегодня зажгу максимально, друзья мои, поэтому будьте на связи, поехали. Супер, супер состояние, супер настроение. Прогрелся, вот здесь в основном хорошо так прогрелось. Ну, руки руками. Вот. Немножечко морозит, друзья мои, да и немножечко, а так нормальненько, но тем не менее хорошо ощущать себя. Просто здоровски. Напоминает мне детство, когда в детстве, ну, все там на этих самых на санках катались, да? Вот, так когда катишься на санках, ты потеешь, максимально же тепло одевают родители, а ты так уже весь в азарте, в таком ажиотаже катаешься с этих горок, такой весь, щеки красные, нос красный, уши красные. А ты счастливый, да, друзья мои? Супер, супер. Так вот сейчас, ну, за счет такого сильного мороза, ну, как сильного, как говорится, ну, для ноября, я бы сказал, 8 градусов на ветру, 5-6, это хорошенько так. Тем более, начало ноября, не конец, там, не декабрь. Вот, то есть, по сути, если бы осадки были, то уже все бы в снегу лежало, тут началась зима. Ну, осадков нет, как говорится, и будем довольствоваться только инеем, да, инеем, но иней тоже очень красивый, он очень красиво обволакивает, обволакивает траву, листья, потрясно. Ну что, поехали, погнали, супер жечь, не знаю, даже вот, ну, тема появилась, а о чем говорить сейчас, оно рождается само по себе, это очень классно. Итак, друзья, поехали. Максимальный комфорт. Вот я выбежал, да? Холодно там, зюзя. А когда смотрю на градусник, смотрю, думаю, минус 6 градусов. И такая, знаете, часть меня, ну, у нас у всех есть две части, да, две половины. Одна всегда там максимально ленится, это рептильный мозг, там страх, боязнь и так далее. А другая — это то, что ты, твое основное я, твоя самая вот эта вот смелость. Вот эта вот непоколебимость.
Вот, и так, опа, и мысли так пробегают, да, градусник, там, дюйзер, мороз, там, снег, там, еще что-то. И думаю, ё-моё, и так, знаете, так, под пледик, а как уютненько в пледике, да, наверное, сейчас кто-нибудь из вас под пледиком лежит, если вы лежите под пледиком, поставьте сейчас лайк, потому что тут вот тоже такой своеобразный лесной пледик, да, супер. Так вот, под пледиком, как уютненько, хорошо. И да зачем тебе это, вот просто говорит, зачем тебе это надо, тебе это на 100 лет не надо. И поваляйся, пледик, очень тепло, очень хорошо. Но мы-то с вами понимаем, что это обманчивое ощущение, да? Понимаем? Потому что пледик, пледик, это вот вся вот эта вот лень, это то, что тебя двигает назад. И никак не вперед. И нужно с этой ленью бороться, она всегда будет, всегда. То есть ты, если ты поборешь ее сегодня, она у тебя появится опять завтра. Пока если это не дойдет до привычки, окончательной привычки, когда все, никакой лени, все. Просто перейти в режим, в котором ты максимально не будешь лениться и максимально будешь сразу все делать и решать. Потому что чем дольше ты думаешь, чем дольше у тебя там нерешаемость, ну, нерешительность твоя проявляется, тем еще все увеличивается, еще все становится хуже, хуже, хуже. И вообще потом ты уже совсем не можешь подвинуть. Помните, да, Обломов, кто читал Обломов? Вот. Это такой серьезный персонаж, такой всем персонажам персонаж. Максимально ленивый, максимально, ну, я бы не сказал, что он счастливый, конечно, несчастный, скажем так, да. Ну и, соответственно, все это печально закончилось. Это, скажем так, основной пример, к чему приводит максимальный комфорт, друзья мои. Вы хотите быть в максимальном комфорте? Отлично, супер. Я вас поздравляю, слушайте. Слышите? Я вам сейчас покажу, как я иду. А все просто стало. Я вот хожу, просто как будто я хожу по хворосту, который реально приморозило, понимаете? Я вам просто как бы... Под моими ногами он крошится. Представляете, насколько приморозило хворост. Хворост. Вот это. Какая красота. Ну, ребята, посмотрите. Это ж просто чудесно. И как можно вот в такую красоту не выйти, не полюбоваться вот такой природой? Да, это не комфортно. Да, холодно. Да, даже шапка там не помогает. Щеки-то все равно открыты, нос открыт, хочется все закрыть, сейчас память, ревизация, там, оставить одни глаза, да, такие маленькие глазенки. Ну, вот. В руках там варежек тысячу одеть, там, перчаток нацепить, тулуп какой-нибудь такой, знаете, как в минус. Вот фильмы, когда, советские фильмы, помните? Такой вот, если зима, то все, там у них такие вот, толстокожие такие, дубленки толстые такие, шапки такие, овчинные, огромные такие. Прямо вот просто закутываются. Ну да, там и мороза не 8-9, там 30-40, но за счет сухости оно не особо-то и ощущается, это 30-40. Так как почувствовать максимальный комфорт, друзья мои? Как почувствовать максимальный комфорт в максимальном некомфортном мире, да, потому что как мы только появились на свет, вы знаете, вообще не в курсе, что максимально комфортно нам было это в утробе матери. Вот там, да, там было максимально комфортно, ну, конечно, если шло питание нормальное там, да, вот, было максимально комфортно. Но как только мы вылезли в этот мир, как только мы появились на этом свете, начался максимальный дискомфорт. И скажем так, что вся наша жизнь – это дискомфорт. Комфортного состояния, ну, кроме как сна, если там сон счастливый, хороший, да? Ну, не бывает. Ну, ванна еще там, теплая ванна, когда ты максимально создал себе там, да? Опять-таки, этот максимальный комфорт можно испытать, ну, буквально, знаете, как вознаграждение себя за какую-то такую максимальную работу, за какое-то максимальное старание. То есть я выложился, я вознаграждаю себя, потому что я это заслужил. И минут так 10-15 вознаграждаешь себя вот этим вот там максимальным комфортом.
то есть сделай свое, ну, то, что тебе доставляет максимальный комфорт, то, что ты чувствуешь максимально себя комфортно, это как сделать, как подарок себе. Вот. Но тут еще очень интересный момент, что если мы приучим себя чувствовать комфорт в дискомфортной ситуации, когда все вокруг дискомфортно, когда все вокруг, вот как сейчас, да, вот я иду, и мне не то чтобы супер-пупер комфортно, да, но я не ощущаю дискомфорта, ну, не считаю, что пальцы, кончики пальцев уже приморозило, я не ощущаю больше, ну, никакого дискомфорта. То есть мне хорошо, мне прекрасно себя чувствуется. То есть как это происходит? Это происходит, потому что организм адаптируется. Он адаптируется к любым условиям. И чем чаще ты эти условия проявляешь, тем быстрее происходит адаптация к этим условиям. Соответственно, пока ты себя приучиваешь к дискомфорту, тебе будет такая в какой-то степени дискомфорта. Но как организм, как только он приучится к этому дискомфорту, все, ему станет комфортно, и как, так же, как и психически, так и физиологически, ему будет комфортно. И потом уже, если какая-то комфортная ситуация возникнет, вот, допустим, полежать в ванне, да, в классе. Все мы знаем, как это расслабляет, это классно, потому что это масло.